Доброе утро! Сегодня наш завтрак будет немножко другой. Я уже отварила рис заранее, вот. Но на утро я все равно люблю макарончики. И мы сегодня сделаем не яичницу, а я сделаю котлеты. Котлеты из индейки. Не понимаю, как палкой управлять, подожди. Так, мы для этого что мы подготовили? Одно яйцо, соль, перец, лук и чеснок. Что мы делаем? Что я делаю обычно? Это диетические котлетки, напоминаю, это не вкусные котлетки, если вы думаете, это что это котлеты. Не, ну почему? Это более-менее нормальное на денек. Но если это постоянно есть, опять же, как вот, допустим, я раньше творог ела, и в один прекрасный день я поняла, что меня тошнит от него. Нет, если постоянно есть гамбургеры из Макдональдса, от них не затошнит. Да, ой. А от этого уже на второй день тошнит. Ладно, шучу, можешь на третий. Ну зачем ты так о моей еде? Так, что мы делаем? Я уже ее ем, приходится терпеть, диетка не бывает вкусно. Так, яичко мы сколпнули. Так, что мы делаем? Да я сразу добавлю, наверное, соли. Ну, примерно, я думаю, так. Немножко добавим соли в воду. Кстати, мы заранее подготовила я воду в сковороду. Ты включил ее будем... кипятить? Нет. Включай. Давай. И для макарон тоже тогда включим кипятить. Так. Все, мы начинаем это кипятить. Мафи такая думает, ну, утром меня только разбудили, но... А что делать? Так. Что мы делаем? Наверное, руками. Руками. Лучочек и чесночочек. Что мы делаем? Мы будем давай сейчас... Давай пока по комментариям что-нибудь посмотрим. А, да, давай открывай комментарии, я пока помешаю эту смесь. Что мне попадется сегодня? Интересно. Кстати, перчик. А вчера какой-то чел написал, у него собаки зашуганы, он их бьет, имел с ним дело. После него несколько месяцев собаки восстанавливали психику. Чего? Ну, типа, пишет, написал чел, у него собаки зашуганы, он их бьет, имел с ним дело. После него несколько месяцев собаки восстанавливали психику. Естественно, я написал, что за собакой, когда мне ее отдавали. И он такой, выключи дурака. Затем я написал, я еще раз спрашиваю имя, кличку, и в итоге он заткнулся, потому... Ну, и имя его, и кличку собаки. Потому что не было такой собаки. Да ты че? Естественно, какой-то... не было. Конечно же нет, это уже было давно, мы ко всем бережно относились, не дай Боже. Конечно, что-то... конечно, мы относились к нему лучше, чем ко своим, на самом деле, честно говоря. Если что-то там бы скакивало, и кормили лучше, сколько-то ветеринары сюда приходили, сразу бежали к ветеринару. Все, да, обязательно, то есть все было не так строго, опять же, я старался со своими, я строже. Потому что мои это мои, а там я старался прям не так строго, чтобы где-то она что-то вдруг там не замкнулась. Мы понимали, или еще что что-то. Испытывает стресс. У меня там всегда стал, я сейчас буду строго, а вдруг она замкнется, а потом хозяин мне скажет, что я ее тут, блин, еще что-то испортил, да? Еще испортил там или бил, не дай боже. Опять же, строго я подразумеваю не то, что бить, я даже не кричал. Я даже на своих особо не кричал. То есть тон не повышал. Я прям так максимально благосклонно, когда мы брали собак на передержку, к ним относился. Так, здесь 200 грамм, прибью тебя. Как я это определила? Я 100 грамм, ну, на глаз, вот как Дима сыр щупал обычно. Я как сделала? Еще примерно 200 я отсыпала и примерно 100 я оставила. Ну, ничего страшного, если мы грамм 20 или 30 съедим побольше. Я думаю, мы переживем. А, тем более, это утро. Да. Пожалуйста, используйте микрофон-петличку. У нас уже есть микрофон-петличка, я уже все наладил. Просто сейчас у нас есть одна стойка-стабилизатор. Она маленькая, и в нее микрофон-петличка не влазит. Ну, то есть тут такая, надо плотно прижать телефон, а там адаптер с той стороны. То есть если в одну петличку, стойка-стабилизатор не работает. Вот, поэтому мы заказали новую стойку, да. Вот, и я ее... Ну, я ее получу на Озоне, заказал, я ее получу, соответственно, будем использовать просто стационарную стойку, где нету, не надо плотно прижимать телефон, и куда можно вполне воткнуть микрофон, и будет все отлично. Ну, дома, да. А вот. Тебе еще что-нибудь читану. Так, смотри, я валяю котлетки. Тут, то есть, валяйте так, но на ваш размер рта. Размер рта. Не, ну, на самом деле, они более влажные, если крупные, они не такие сухие. Более мелкие, если их лепить прямо так, как сказать, усердно лепить, то они получатся более сухие.
Так, насчет тут процедурки. Больно, не больно, не в этом дело. Кусачки это быстро, это где мы клобешу стригли ногти. Ага, ага. И вибрация очень неприятная. А здесь время, ну мы стачивали эту штуку, а здесь время и вибрация очень неприятное ощущение. Даже когда верхнее покрытие снимают на маникюре, еще нагрев ногтя, может быть горячо. По длине пиления машинкой вдвойне неприятно. Найдите кусачки. Да, они пускай потерялись, на самом деле. Кусачками быстрее. Но на деле, ничего в этом страшного. Деле... Отрабатывать да, собаке да. То, что ей не нравится. Понимаете, это же ей не травматично, не там... Кровь не... Вот реально, если один... Я поверблю тебе, перебью тебя. Перебьет? Если обычно за одну собаку, если на одной собаке ногти два... Чикнешь, бывает, что вообще хрен остановишь. Меня один раз так чикнуло. Здесь меньше кровь. А то, что там... целые сутки из этого ногтя капало кровь. То, что там щенкам не нравится, собакам не нравится. Понимаете, это все дело привычки. Сейчас ему не нравится, два раза мы это поделаем, он будет уже сидеть смирно, как у меня все в общем и сидят. Я сейчас к любой могу подойти, так сделать, и они будут спокойно, без реакции, без всякой. То есть, а вот именно если... Если постоянно подстраиваться под собаку, ну ей кусачки могут не понравиться. Что дальше? Отдавать ее грумеру, чтобы он ей ногти подстриг. Ну тогда он будет... Блин, тут стоит водка, но вы не подумайте, что с утра не, я просто протирал камеру. Ксюша любит ее лапать пальцами. Но она видите, почему-то сальная. Мы еще долго не могли понять. Мы еще долго не могли понять, почему... Почему блестит, короче, свет блестит на камере у Ксюши. Смотришь куда-то на световые источники, они блестят. В итоге я понял, что она просто пальцами ее лапает, и надо протирать. Потому что я сегодня утром, вчера вечером протер. Здесь. Утром просыпаюсь, она опять излапалась, опять отсвечивает, я протер. Кстати, водка просто хорошо жир снимает. Так, котлеты мы накрываем, да? Да. Они у нас парятся, тушатся, так. Макарончики мы чуть помешаем. Макароны из твердых сортов. Для тех, кто думает, что это не диетическая еда, на самом деле нет. Они даже... Ну, то есть вы можете посмотреть. Диетическая еда судится по гликемическому индексу. Посмотрите, если не индекс ниже, значит, чем больше, чем ниже индекс, степень... Так, извините, кто-то звонит. Я пока скину. Чем ниже индекс гликемический, тем, соответственно, еда более диетическая. Это степень, так сказать, скорость усваиваемая. Скорость усваивания углеводов. Вот. Допустим, на примере разберем, да, бананки. Вы покупаете бананку, съели бананку. Не помню, сколько у нее гликемический индекс, но гораздо выше 50. То есть там около, наверное, 70-80. То есть сахар в крови подскочит быстро. Это как вот диабетикам. Сахар в крови подскочит быстро, можно даже измерить гликометром, да, допустим. А вы съели, допустим, гречневую кашу, у нее, по-моему, ниже 50, около 30 или 35 или 40, что-то такое. Сахар в крови поднимется медленно. То есть вот именно как раз диетическое меню, это, грубо говоря, меню, подходящее для диабетиков. Вы доктор? Да я все, в этой жизни могу. Я и доктор, и все сразу. Меня можно снимать? Нормально, все, снимаю уже. Всем здравствуйте, это фитнес-блог с Ксенией. Что могу сказать, сегодня у нас кардио, я хожу уже час. Я меняла наклон, я сначала начинала с восьмерки, 8%, 11, 14, 17, я сейчас опять скинула на 11. Потому что мне немножко уже тяжеловато на самом деле. А смотрите, она плотная, она не врет. Где там спину посмотреть, вон там уже что-то промокло. Там что-то просвечивается? Да, патина немного. Патиночка. Поэтому сегодня у нас... Был час кардио, сейчас мы с Димой пойдем за Я едой. Уже отходил, просто чуть раньше закончил. За диет, едой. Да, в магазинчике можем снять, кстати. Да, в магазине снимем, что мы выбираем. Почему нет? Куда мы ходим. Чтобы нас потом выследили, да? Нет, будем мансить и петлять. Я понял. В разные магазины ходить, все понял. Все. Давай. Ой, нырять. Мы пришли после зала. Здесь собралась. После магазина. Что я сделала? Я приготовила рыбки. Грамм 150, наверное, тут. И картошечку. Я запекла в духовке. Просто без маслица, без всего. Ну, чуть-чуть картошка. Оливкового было. Там вообще маленько. Там маленько. Мы там с солью, с перцем. Обязательно вот до всего этого она только зашла. И... рыбку вообще без масла жарила, из нее масло, если под крышкой делать, из нее масло и так вытекло. Жаль, рыбу да. Точно без масла, но обжарила без всего. Вот, сейчас мы это будем употреблять и
Точно. Обязательно, как зашла, перед тем, как все сделать, она включила там грязных горничных. Грязных горничных. Я их люблю. Как они называются? Грязные горничные? Нет, коварные, они коварные. Я понял, да. Продажные горничные, понял, да. Всяких грязных мужей. Я понял, да. Все, мы тогда употреблять, а потом... Сейчас мы будем снимать ролик. Да, мы будем со шлейками. Да. Это что такое тут упало? Чего? Че за волос кудрявый? Она с моей груди. Ты что, тут тряс ей, что ли? Так, а я, кстати, уже на вечер приготовила рис, отварила. Рис у нас один прием, тут что-то много ты наготовила. Мы купили еще тилапии, вот тилапии 4 штучки, одна штучка 100 грамм примерно. Я не люблю тилапию. Вот, я люблю тилапию, вот мы купили голени еще, вареные будут, они с чесночком. И что еще? И филе грудки, ну, скорее всего, тоже буду варить. Что-то ты так много перечисляешь, мы это не сожрем, мы сейчас пожрем потом рис один раз, один нет, прием. Нет, я просто говорю, что мы купили, что может это быть... Это на завтра тут уже часть пойдет. Нет, что может быть, если кто-то думает, что, как можно заменять это все, да, приемы. Ну, конечно, это жирный прием, но жирнее. Нет, то после тренировки но нормально, но тут рыба равно... довольно немного, ну, это понятно, но картошки равно... 200 грамм. Ну, например, тилапию сделать, отварить, да, или даже обжарить без масла, это будет все же меньше. Меньше калорий. Жира, чем, но все равно рыбий жир нужен, а в тилапии его ни хера нет. Ну, сейчас, короче, это нормально, вот, поэтому да. Все, мы кушать. Кушать и смотреть этих чумазов горничных. Я понял. Что? Сейчас Ксюша снимает. Я в ее блоге поучаствую, диетическом. Он у нас будет диетический, путешественный, потому что мы завтра едем в какое-то путешествие, пока неизвестно в какое, мы еще не определились. Куда-нибудь поедем, просто отдохнуть на пару дней от собак, они надоели. Вот, он будет, соответственно, совмещенный. Просто такой повседневный блог из повседневной жизни, так сказать, что мы делаем, как, чего, чтобы не разделять все это на разные эти. Давай рассказывай, что у тебя в тарелке. Да, самый отвратительный прием, то есть курица. Мы сейчас до этого, мы сняли вам всего... 3 приема получается, а ели мы 5 раз, то есть еще 2 раза перекусывали. Перекусывали творогом, протеин еще, по-моему. Вот. Это у нас просто вареная курица, тут сыра грамм 15, грамм 15-20 сыра, какой-то подвялый лук. А у тебя руки взвешивают? Да, нормально. Нормально ты, да? Ну, ладно, давай. Давай поспорим. Наверное, 30. А что ты сразу давай. Так? 30-100%. Сука, 37. Ру, 36. Ну ладно, я не буду. Это не 15 же. По херам, я наврал. Я приумею. Это ты специально, чтобы пожрать побольше, да? Конечно. Ага. Да. Соответственно, возьму немного ягод по 125 грамм того и того. Покажи ягодки. Уже взвешено. Малина, ежевика. Ежевика из Мексики, малина из Марокко. В общем, они довольно неплохие на вкус. Ты Раша Федераш? Ничего, да. Вот. Ладно, давай скажем, что мы даем собакам. Обычно в будущем я на ночь это уберу, чуть раньше сдвину. Просто сегодня немного не успел, хотел ягодки. Сейчас хочу съесть, поэтому съем. Ксюша уже то же самое, все. Нет, еще не употребила, сейчас будет употреблять. Он для нее лежит невкусный кусок. Вот, поэтому все. А, собаки у нас будут есть вечером то же самое. Это мы обработали, то есть. Ну, оно и как обработали. Мы, то есть, заморозили, 5 дней где-то оно пролежало. Курица, хоть и считается аллергенным мясом, но, по сути, если ее давать не часто, там, допустим, не успеет. Аллергия обычно накопительная. Если ежедневно, 3 раза в день давать только курицу, например. А мы постоянно, у нас очень разнообразное питание, корм, курица, говядина, баранина, хаш, всего. Давали тоже это все выложится. Так что все, я пошел есть, мне уже надо есть. Ксюша тоже пошла есть. Всем всего доброго, до завтра.